Удар гонга и в бой. На чемпионате Пермского края по боксу ставки высоки и медлить нельзя. Пропустишь удар, можешь проиграть весь бой. А это значит, что в краевую сборную спортсмен уже не попадет. Поэтому за соперником глаз да глаз и удар наготове. Это отбор на первенство Сибирского федерального округа. Сейчас буквально сразу после этих стартов, остается там у нас меньше недели, мы будем проводить сбор по возрасту молодежь 19-22, который старт будет проходить у нас в Новосибирске. Поэтому для 150 боксеров со всего края медали не на первом месте. Главное — оказаться в сборной. Для этого нужно приложить немало усилий, ведь на ринге встречаются как новички, так и ребята с хорошим бэкграундом. А значит, участники за счет сильных соперников могут значительно повысить свой профессиональный уровень. Представители Алтайской федерации бокса отмечают, что в этом году перед ребятами стоит задача добиться максимального результата. Ну и, конечно же, попасть в сборную страны. Ну а зрителям, конечно, незабываемых ярких впечатлений. Бокс объединяет. Сегодня в зале Алтайского ринга состоялись полуфинальные поединки, а главные бои нас ожидают завтра, в субботу. Этот день растает все по местам. Станет понятно, кто попадет в сборную края и представит наш регион на Сибири. Туда съедутся лучшие боксеры всего Сибирского федерального округа, в том числе спортсмены из Иркутска. Главные соперники алтайских боксеров, известные своей настырностью. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.